скажу, посадки это хорошо. Смотри, какие посадки. Вообще все посадки хорошо, особенно если за дело садится. Это лиственное растение. Клён генала растет достаточно быстро, то есть, ну, это 45 сантиметров годовой прирост. Примерно в таком же темпе он будет расти в ближайшее время. Мы в прошлом году высадили на ПВЗ 350 саженцев, только прошлой весной. Ну, наверное, около 1000, я думаю. Ну, как не только я, в том числе и весь наш коллектив, офис и жители ПВЗ. Наверное, около 1000, я думаю. Вы высадили так много деревьев. По закону вы должны теперь столько же детей завести. Есть ли такие планы? Ну, столько нет. Даже поднимая демографию, столько нет. Почему вообще город озеленять нужно? Ну как почему? Во-первых, это легкие нашего города. Мы же говорим, что у нас черное небо. А для того, чтобы оно не было не черным, нужно необходимо больше зелени. Пришли, вот мы все совместно вот такое вот хорошее дело делаем. Будущее для себя, для наших детей, для наших потомков.